Шымкенте день рождения пиццы и приближение Рождества отпраздновали с размахом в усадьбе Ладушки. Малыши с большим удовольствием познавали все новое. Сегодня мы будем делать пряничные домики, выпекать, и будем делать пиццу и такой прекрасный напиток, как мохито. Цель нашего праздника – это Рождество. Показать детям, как испокон веков готовили пряничные домики. Маленьким гостям кулинарной школы усадьбы Ладушки предстояло приготовить 3 блюда. Ребята решили начать с самого сложного. Я нахожусь в Ладушке усадьба. Мы сегодня делаем пряничный домик. Я строю пряничный домик для Нового года, чтобы его оставить. И вся семья его попробовала. Сделать рождественский домик оказалось не так-то и просто. Стены, крыша, пальчики детей никак не хотели слушаться. На помощь пришли мастера своего дела. Вот и мой домик. Я его сделала своими руками. И вот я уже доделываю свой домик. И у меня он такой красивый получился. Из пряничного теста. Он будет очень вкусный. Детская комната в Ладушках превратилась в настоящую сказку, где пряничные рождественские домики отражали внутренний мир ребенка. Снежинки – ассоциация с Новым годом. Рядом со снежинкой звездочка. Мое имя нарисовано с боковой стороны. Вот это губка Боб. А вот с этой стороны тут снежинка. И вот как видите, я самую большую в центр поставлю, чтобы было так лучше. Тут обмазываю хорошо, чтобы было покрасивее и ярко. Тут сделаю сердечко с одним цветом и полудругим цветом. А тут я написал N год, то есть это переводит с моего, так это Новый год. Тут еще собираюсь я окошки нарисовать всякие и так далее. А вот это сосульки, мне подсказали, это, как сделать свою сосульку. Теперь, когда сделаны последние штрихи, посыпан волшебный снег, домики поставлены в именные коробочки, ребята разделились на две команды для того, чтобы успеть сделать американскую пиццу и мохито. Сейчас мы будем готовить полметра счастья. Американская пицца, которая очень большая и вкусная. Это лимонный коктейль, ходит лимон, мята, и идет роза, тоной мохито. Основные обычные компоненты мохито, это, конечно же, лимон, лайм и еще мята, конечно же, со сгазированной водой и сахаром. Почему назвали мохито? Ну, наверное, думаю, потому что туда добавляют компоненты мяты и лимона, и поэтому... Самый ответственный момент настал. 3 блюда готовы. Осталось все попробовать и оценить.
Тарелки, стаканы пусты, на лицах ребят улыбки. Детская кулинарная школа усадьбы Ладушки в очередной раз удивила своими необычными идеями и творческим подходом к своим маленьким гостям. Спасибо, Ладушки! Ура! Каждое воскресенье в 12:00 усадьба Ладушек ждет маленьких гостей для незабываемого познавательного праздника по адресу: усадьба Ладушки, улица Байтурсынова, 74/4, телефон детской комнаты 37 10 37.